Привет! Вы на канале Вкуснейшин с Ланой Лановой. Сегодня для вас я хочу приготовить горячие бутерброды с рыбной консервой. Бутерброды с сайрой в духовке. Это очень вкусные и сочные бутерброды. Поверьте, готовим мы их уже не первый раз. Рецепт простой, его можно подавать как на завтрак, так и на сытный обед. Рецепт легкий, из доступных продуктов. Такие бутерброды можно приготовить как в будние дни, так и к праздничному столу. И если вам рецепт будет мой интересен, конечно же, оставайтесь со мной, а я начинаю свое приготовление. Начинаем готовить начинку. Открываем банку сайры, сок сливаем, мнем сайру в пюре и удаляем при этом все косточки. Сайра очень вкусная, очень нежная рыба, мы ее с удовольствием кушаем и всегда делаем такие бутерброды. Затем беру я красный лук, это у нас крымский лук, лук очень вкусный, не острый. Я его разрезаю на мелкие кубики. Можно взять обычный лук белый, репчатый. Добавляем в нашу начинку лук. Хорошо все перемешиваем. Начинка будет очень-очень сочная и очень-очень вкусная. Трем сыр. Я тру всегда сыр на мелкую терку. Вы можете использовать крупную терку. Добавляем также уже к приготовленной начинке. Все тщательно перемешиваем. Затем берем зелень укропа. Мне кажется, что сюда подходит больше всего это зелень укропа. Мелко-мелко его режем и добавляем также в начинку. Все тщательно перемешиваем. Соль добавлять сюда не нужно, так как рыба уже имеет свою соль. Затем по желанию вы можете добавить черный перчик. И обязательно это майонез. Майонез я добавляю примерно 2-3 столовые ложки. Этого будет достаточно. Все хорошо перемешиваю. И наша начинка готова. Затем беру я вот такие хлебцы. Хлебцы у меня со злаками и с морковью. Вы можете использовать обычный батон или же обычный хлеб. Слегка смазываю сливочным маслом. Сильно много масла не нужно. Вот такие кусочки у меня получились. И сейчас на каждый кусочек я буду наносить начинку. Начинку выкладываем равномерно на каждый кусочек. Начинки мало не бывает, так что не бойтесь. Вот, выкладываю я на противень, который застелила пергаментной бумагой. И сейчас я буду убирать такие бутерброды в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов. Вот такие замечательные, вкусные, сытные бутерброды с сайрой у меня получились. Они подойдут как на завтрак, так и на обед, а также на закуску. И если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в мои группы и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Вашим комментариям я рада всегда. Всего вам хорошего, всем приятного аппетита. Готовьте с любовью.